Где же Кёлберт? Хель его забери. Кто-нибудь должен знать. Письмо Кёлберту. Сын мой, епископ Диорлов пишет, что в твоем характере проявляются необходимые качества, чтобы править нашим народом. Я не сомневаюсь в его словах. Скоро ты станешь элдерменом, а когда моя душа покинет бренное тело, примешь корону. Твой отец, Кёлвульф, король Мерсии. Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Вальгалла. Не знаешь, где Кёлберт? Я не слежу за тем, где шатается Этелинг. Поспрашивай других. Это что, эльф? Эй, хватит на меня глазеть. Я ищу Кёлберта. Ты видел его? Да, он затачивал наконечники стрел. Ну, Ивара я спрашивать не буду. Хотя, может быть, надо спросить. Ивар, все кончено. Мир, да? И от счастья все не знают, куда девать свое дерьмо. Или от облегчения. Не знаешь, где Кёлберт? Хочу сообщить добрые вести. Он нынче звал меня на охоту, но я не в настроении. Да где же он? Эйвор! Не знаешь, где Кёлберт? Мой брат видел его. Он пьян, как макрель, верно? Выпил за мир с бритами. Да не раз. Проснись. А? Знаешь, где Кёлберт? Кёлберт? Никто из вас не видел Кёлберта? Только он, Дрэнк. Придется подождать, пока он проспится. И скоро он, по-твоему, заговорит? Через несколько часов, если ты не разбудишь его как-нибудь. Должен быть способ разбудить его. Некогда нам ждать. А ну-ка иди сюда, пьянчуга. Я знаю, что тебя разбудит. Ивар, все кончено. Мир, да? И от счастья все не знают, куда девать свое дерьмо. Или от облегчения. Он нынче... Да-да-да. Это мы уже слышали. А куда подевался пьяница? Охладись немножко. Клянусь Одином, ну и хладище. Как спалось? Разве можно так с живыми людьми? Мне нужно найти Кёлберта. Мальчишку Сакса? Будущего элдермена. Он ушел на охоту за угощением для Ивара. Я знаю, что он на охоте, но где? Тут рядом есть пещера. От входа поднимись вдоль ручья в гору, на юг. Уже что-то. Спасибо. Осмотрись вокруг. Здесь где-то. Yeah.
Что здесь случилось? Пахнет бедой. Ох, не нравится мне все это. Лук Келберта обронен. Он явно не мог просто так его бросить. На него напали. Но кто? Или что? Волки. Надеюсь, они не съели нашего несчастного Келберта. Ты жив? Я... Тише. Ты тяжело ранен. На рукояти дракон. Боги. Бритский знак. Дыши, мальчик. Времени мало. Вернемся домой, простишься со всеми. Эйвор! Что случилось? Нет! Нет! Глупый мальчишка, что ты наделал? Он был в пещере, его окружили волки. Ивар, тише, мальчик, тише. Ивар. Дай мне топор, немедленно! Ивар, он мертв. Топор! Его бог примет его и без топора. Иди к своему богу. А я спою о тебе в Вальгале. Это сделал не волк. Расскажи мне все. Мы глупцы. В разгар войны нам доверили Этелинга. А мы не уберегли его. Я учил его защищаться. Плохо учил. В его груди был этот клинок. Бритский клинок. Родри! Почему? Ты убил его брата. Он не мог оставить его неотомщенным. Я говорил, что он змея. Ему вовсе не нужен мир. Только кровь за кровь. Епископ Дяурлов, сюда! Стены крепости не спасут его. Я проткну ему легкие этим клинком. Значит, поспешим. Не дадим Родри насладиться победой. Боже, что стряслось? Что с Келбертом? Убит. И избавив тебя от грехов, да спасет тебя Господь. Отправьте тело мальчика отцу. Его похоронят по-христиански. Леди Анкхард сказала, что Родри в замке Каустоу. Она могла солгать или ошибиться. В любом случае, проверим. У крепости есть хорошее место для лагеря. Осмотримся там вдвоем. Хорошо. Вперед. Ладно. Только помни. Родри, оставь мне. Неужто это это? Жалко, конечно, парня. К сожалению, мы больше ничего не могли сделать.
комбо. Лук хищник. Увеличивает урон идущих друг за другом выстрелов в голову из лука хищник. Да, нужный мне навык. Эй, вы! На коне и за мной! У нас есть чем заняться. Я должен был это предвидеть. Должен был знать, что он выберет слабейшего из нас. Ты нанес Родри страшную рану, убив его брата. Такова цена всего, что хоть что-то стоит. В Квадфорде ты сказал, что шрам на твоем лице оставил Родри. Расскажешь, как это было? Почему бы и нет? Об этом стоит вспомнить. Много лет назад я возвращался с западного острова. У них там славные бойцы. Мне здорово досталось, и я был зол на весь свет. Жаждал только крови да серебра. Как-то у берегов Камри я и мои дренгер увидали славное местечко для высадки. Сплошной туман. Только мы вытащили корабли на берег, как с холмов донеслись вопли. Проклятые бриты! Туман чуток рассеялся, и вот они стоят. Самый здоровый орёт. Я Родри, король этой страны. Плевал я на тебя, ору я в ответ. Я даю моим знак, и мы, подняв топоры, бросаемся на них, не дав им вздохнуть. Нас было больше, но бриты хитрые твари. Там вокруг болото. Сапоги в нем вязнут, быстро не побегаешь. Родри стал крошить нас по одному. Добрался до меня, приложил клинок к щеке и оставил этот шрам. Убирайтесь, чтобы вашего духа тут не было, говорит он. Да скажи всем, это дар короля Родри. Дерьмо, говорю я. Но он лишь посмеялся. Славный рассказ, Ивар. Сын Рагнара, убийца королей, покоритель Англии и Ирландии. О твоей жизни впору сложить сагу. Так и есть. Этот жирный червь прячется там, за стенами. Только дракон его победит. Как же, чтоб мне лопнуть. Будет ему дракон. Пошли весть своим людям. Можно разбить здесь лагерь и продумать нападение. Родри! Покажись! Я здесь, Ивар Бескостный. Мы заключили мир. Почему ты пришел сюда с войском? Как ты смеешь, сын свиньи? Ты сам нарушил мир, без вины пролив кровь юного Келберта! Что за вздор ты несешь, Дан? Хочешь войны? Что ж, мы готовы к осаде. Взгляни на меня, король падали, и узри дракона, что пожрет тебя! Ты старик, что корчит из себя змея! Ивар, хватит болтовни! Пригнать повозку и поджечь масло! Когда я покончу с Родри, я срежу жир с его ляшек и поджарю на нем хлеб. Повозку сюда! Подождем ее прямо у ворот! Повозку ближе к воротам! Они хотят остановиться! За Келберта! Вы заплатите за то, что вонзили нам нож в спину. Ну или куда они там вонзили нож Келберту? В бочину вроде. Thank you.
подожгу. Теперь займемся вторыми воротами. Нужно поджечь сосуды с маслом, чтобы пробить их. Нет, здесь простой засов. Следующая наша цель — опустить мост. Отсюда мы не попадем. Придется забраться куда-нибудь повыше.
Прикройте меня. Вперед, туда! Скоро мы доберемся до этой крысы. Тебе далеко. Ударил меня в печень. Мне нужно на воздух. Да. Я свалил этот прогнивший дуб. Он еще жив? Да. Но я это скоро исправлю. Я же любитель зрелищ. Ты победил, Ивар. Убей его сейчас или отпусти. Он будет страдать от унижения до конца дней своих. О, нет, я не согласен. Я так славно все придумал. И место выбрал, и способ. Едем. Ладно, пора с этим покончить. Взгромозди этот бурдюк с салом на лошадь и едем. И смотри, чтобы он не сдох. Эйвор, а где этот жирный боров по имени Родри? Напомни, почему я должен его тащить? Заперли с той стороны. Куда мы едем? Оттуда такой прекрасный вид.
как раз для умирающих королей. Обойдемся без зрелищ, Ивар. Дай ему умереть. Нет, нет, нет. Он умрет красиво. Что удумал этот садист? Еще жив, король? Потерпи. Не то пропустишь самое главное. Король Элла, король Осберт, король Эдмунд и теперь Родри. Всех их убил я. Кто еще сравнится со мной? Я не вправе вмешиваться в ваши дела. Ох, и не завидую я этому дяде. Похоже, его ждет тяжелая судьба. Должно быть, такова и Вальгала. Он еще дышит? С трудом. Родри! Ты слушаешь? Сколько лет меня позорил этот шрам? Брит ранил меня и отпустил живым. Я отпустил бороду, прятал лицо. Но твоя слава росла, и я начал гордиться. Эту метку мне оставил король. Что ты на это скажешь, Родри, а? Говори, старый свиной бурдюк. Здесь. Тащи его сюда. Эй, сюда! Тут я, тут. Тащим его туда, наверх. Смотри, чтобы он не подох. Только поскорее, Ивар. Видишь? Клинок жаждет. А теперь дракону нужна его любимая пища. Кровавый орел. Ивар, это... Рождение кровавого орла — славное зрелище. Сперва вспороть спину вдоль хребта. Истинный северянин, будто герой былых времен. Для Ивара кровавый орел ничего не значит. Он просто упивается чужим страданием. Раздвинуть края раны. Смысл стирается, а способ живет. Все забудут, почему Родри умер. Но то, как он умер, останется в веках. Туман между добром и злом со временем сгущается. Слава же вечна. В этом нет никакой славы. Жизнь не пир, это кровавая битва. Теперь достать легкие и расправить их как крылья. Здесь его видит вся Мерсия.
меня довольна. Это еще не все, Эйвор. Саги, что мы сотворили вместе, нужно окончание. Здесь и сейчас. Все кончено, Эйвор. Я ухожу отсюда. Сойдемся в поединке. Ты и я. Умрешь ты, и я величайший викинг всех времен. Умру я, и тебя ждет слава. Кровь опьянила тебя, Эйвор. Прощай. Бедный Кёльберт. Он и слова не сказал. Когда? Когда я пронзил кинжалом его сердце. Нет. Только тихо взвизгнул. Раз и все. Ты гнусный бакраут! На что приходится идти? Выдержать столько испытаний, предать друзей, чтобы идти своим путем и навеки стать погибелью королей. Предатель! Кёльберт был... Мне как сын! Да! Да! Так сразимся, брат Волка, в смертельном поединке! Вот это жизнь, Эйвор! Парить высоко над миром! Нас ждет Вальгалла! Но не тебя, ублюдок! Гнусный предатель! Будет погрузиться в пламя. Теперь я понимаю, почему его называют бескостным. Вообще, с самого начала подозревал, что нам придется его убить. Умри, как Кёльберт. Надо же, мне удалось сбросить его со скалы. Куда он делся? Я поддерживал тебя, даже когда ты убил брата Родри. Это должен был быть твой клинок. Ах ты гнида. Ты останешься здесь вместе с Родри. Бездвижное море. Ни перов, ни тора, ни огня. Кёльберта он убил специально, чтобы натравить нас на Родри. Вот хитрый сукин сын. Что Кёльберт это не добил. Повезло, что он не успел ничего нам рассказать.
Смерть так близка, и так стынет сердце. Где же крылатые девы? Умри, как Хелберт! Погоди, Эйвор. Ответь мне на один вопрос. Чего? Предлагаешь поговорить? Говори, или я вырву твой язык. Ты увидишь отца в Вальгале, брат Волка? Или этот трус в Хельхейме льет ледяные слезы? Простофиля! Ого! Неожиданно. Умри, как Келберт! Конец пути. Валькирии близко. Топор, Эйвор. Дай мне мой топор. Да хрен тебе. Сдохни в муках, ублюдок. Эйвор, дай его мне. Хельхейм ждет тебя. Эйвор! Доставьте тело Ивара в Квадфорд. Там мы с ним простимся. И отправь послание Уббе. Скажи, что его брат мертв. Эйвор, победу омрачила еще одна беда. Епископ, Убба. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. От моей руки. Твоей? Когда мир был заключен, Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнал? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно. Он умер как воин, во всей своей славе. Как он и хотел. Ивар мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Как бы там ни было, он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно, но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься. Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель,
и что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Кёлвольф? Не представляю, как ему горько. Он убит горем. И все же не забывает о Шире. Элдерманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Битвы Скальда. Мужа, что без кости, конь морей, несет сквозь пламя залы вечной славы. Будто ветер быстрый. Котин в Вальгалу девы битвы мчатся спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Поговорю с Рандви. Они убили самого харизматичного персонажа в этой игре. Но Ubisoft, конечно, славится своей любовью сливать харизматичных персонажей в середине игры. Вспомнить хоть того же Васса. Ладно, на этом печальном моменте давайте, пожалуй, остановимся. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алекс Айкил. Увидимся в следующей части. До новых встреч и пока-пока.